Всем привет! Всех рада приветствовать на своем канале. Сегодня у нас будет заказ с интернет-магазина «Текстильный угол». Ивановский текстиль, как обычно, но, как ни странно, об этом магазине я не слышала ни разу и не видела еще, чтобы кто-то из блогеров снимал, поэтому первый раз, в общем, познакомилась с этим магазином, ознакомилась с их ассортиментом. Что касается того, что отличается с другими магазинами, это то, что первый раз мне не прислали накладную, это было для меня очень удивительно. Но все, что я покажу вам, я выписала все равно цены. Я думаю, что это просто вопрос того, что изначально менеджер, который со мной связывался, сказал, что очень большой у них загруз сейчас. Вот, доставка была очень быстрая, вот сама... Сам промежуток, когда мне сказали, что посылка отправлена, и когда посылка пришла на почту, очень быстро было. Но заказ готовили мне очень долго и достаточно так, знаете, с проблемами, с какими-то... Сначала мне сказали, что нет скатерти, которую я выбрала, и мне прислали ту, которую я не выбрала. Потом мне сказали, что нет постельного белья, которое я выбрала, но постельное белье пришло то, что я выбрала. Вот, и в связи с этим очень... Долго, в общем, прошел большой период времени. А самое главное, что было в этом заказе, это подарки моим мальчикам на 23 февраля. И сыну, и мужу. И я хочу начать сразу с подарка сыну. А ему я купила в качестве подарка, может быть, даже тоже. Такую очень классную водолазочку. Мы очень любим водолазки с самого детства. И это такая прям крутая, с манжетиком. Такое бывает редко. У нас таких водолазок еще не было с манжетами. Здесь очень интересное горлышко. Я потому что, естественно, покажу ребенка в этой водолазке. Когда сгибаешь, оно уже очень маленькое. Наверное, я не знаю, посмотрим, как мы будем носить, но... Пошито классно, единственное, обратите, пожалуйста, внимание, что очень заметно, что к низу становится очень неровной, в общем, эта полоска. Но это уже так, если прям придираться. Цена этой водолазки была 304 рубля. Я купила две разные водолазки, и вот если говорить о разнице, одна стоила 304, вторая 290. Я бы купила вот эти по 304, разница всего лишь там 15 рублей, да, грубо говоря. Но качество другое, и вот эти маломерки, которые подешевле. Прямо это заметно, потому что куплены две водолазки в одном размере, но одна впритык, и она тонкая, такая прям тонкая. Мне кажется, что после стирки еще сядет, но тоже с манжетами классно. Прям мне очень понравилось, что сделаны вот так ручки. И точно такое же горлышко. Если и покупать, то имейте в виду, что вот эти, они надо покупать намного больше размером. Ну, в смысле, не намного больше, а они маломерят. А, да, сказала 290 рублей. Ребенка, естественно, в этих водолазочках вам покажу, как обычно. Второе, что я купила также в подарок ребенку, это комплект постельного белья. Этот... Рисунок называется «От винта». Здесь вертолетики и самолетики. Сама ткань бязь. И стопроцентный хлопок. Ну, стопроцентный хлопок бязь. Сейчас скажу, где это написано. Полуторка. Даже, кстати, я не знаю. Я, единственное, на что я обратила внимание, это на то, что... Да, бязь написано. Здесь есть даже сбоку сертификат соответствия. Я не знаю, будет ли... Надо как-то сделать, чтобы вам сфокусировалось. Ну-ну-ну-ну-ну-ну. Вот. Наверное, сфокусировалось. Конечно же, застелю. Планируется уже на большую кроватку ему этот комплект. И думаю, что останемся довольны. Я его открывала, просовывала руку. Ну, бязь, она и в Африке бязь. Достаточно, кстати, он такой тяжеленький. И этот комплект был куплен на пробу. Цена комплекта была 1650 рублей. Я не могу сказать, что цены на этом сайте гипер низкие. Ну, то есть, вообще, в целом, на мой взгляд, на ивановских сайтах, и вот что касается меня, цены примерно одинаковые. Понятно, что если вы живете где-то в Екатеринбурге или там еще дальше, то у вас это намного дороже, да. Если честно, то что там далеко ходить? Моя мама живет в Москве. Она видит халат,
если он ей нравится, она приезжает в Иваново и видит его в 2,5 раза дешевле. Она никогда ничего не покупает в Москве. Она говорит, я могу зайти, посмотреть ассортимент, чтобы потом приехать сюда и здесь купить. Потому что, ну реально, она говорит, что, Марина, в 2,5 раза это минимум. Минимум. И это с учетом того, что у меня мама не идет там в какой-то крутой магазин. Это она на ярмарке где-то видит, или на рынке, или, знаете, сейчас очень много вот этих киосков «Ивановский текстиль», даже в Москве, мне кажется, не только в Москве, мы были в Брянске и увидели надпись «Шуйская бязь» в Брянске. То есть, как бы, это сейчас очень популярно, но цены реально выгоднее, если вы закажете на сайте, это понятно. Но, конечно, если вам нужна одна водолазка, то смысла нет. А дальше «Злополучная скатерть». К сожалению, мне не дали выбрать другой рисунок. То, что было в ассортименте, то мне и прислали. Я честно скажу, что мне не нравится этот рисунок. И мне не очень понравился этот подход. Ну, как бы, как и любому человеку не понравится. Скатерть 150 на 180 и 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 салфеточек. Эта скатерть пойдет в подарок Сережиной маме, у нее был день рождения. Как дополнение в подарок я подарю ей этот набор скатерти. Я думаю, надеюсь, что ей понравится. Просто цветочки — это абсолютно не, ну, не мой стиль. Я не люблю цветочки. Мне, кстати, вот это нравится. У меня есть что-то похожее вот с этим орнаментом. Если бы без цветочков было. Ткань, кстати, что касается, здесь хлопок, но такой достаточно грубый хлопок. Мне кажется, даже вам видно на камеру. Ну, прям очень грубо. Но он накрахмаленный, конечно. И такой, не сказать, что очень высокого качества. Но мне кажется, после стирки он станет помягче. Просто сейчас реально очень-очень накрахмаленный. Посмотрите, визуально прокрашено очень ярко. Ну, то есть спринт такой прям яркий. Не знаю, как конкретно эта скатерть будет вести себя после стирки. У меня есть скатерти Ивановского текстиля. У меня все скатерти Ивановского текстиля. И они после стирки себя ведут просто прекрасно. Но они, конечно, не такие яркие. Хотя нет, новогодняя, которая с новогодними шариками, она яркая, все прекрасно. Мы все новогодние каникулы ее эксплуатировали, стирали, все прекрасно. То есть просто я расстроена, что немножко другой рисунок я выбрала. Там есть очень красивый рисунок, бежевая, такая прям очень красивая была скатерть с такими же салфетками суперскими. Ну, в общем, что есть, то есть. А скатерть с салфетками стоила 510 рублей. Вот. Вот. Так, ну и самое главное, гвоздь моего заказа, то, ради чего был совершен этот заказ, это подарок моему супругу, и это мужской, очень крутой халат. Я очень хотела, дело в том, что у моего мужа есть халат, мой муж любит халат, я его научила. Когда мы с ним познакомились, мы поехали в Ивановский торговый центр, кто, может быть, знает, Рио, и купили ему там халат перед свадьбой. Я очень хорошо это помнила. И вот 6-й год он у него есть, он очень тяжелый, махровый, он уже порвался у него под одним, под рукой вот здесь. Его надо было крайне срочно выбрасывать, чем уже я, как бы, естественно, что уже я сделала. И поэтому было решено, что нужно купить ему хороший халат. И на этом сайте я нашла очень классный велюровый халат. Очень. Я осталась очень довольна. Естественно, я покажу мужа в нем. Когда я заказывала, я говорю, Сереж, я тебе закажу хороший подарок, только, говорю, есть одно, но ты должен будешь продефилировать. Ну, а ладно. Вот, с капюшоном. Капюшон другого цвета. Капюшон серого цвета, халат сам темно-синий. Очень классные карманы. Есть пояс, но мой муж завязывает пояс, так как у меня муж не очень худой. Он завязывает пояс не так высоко. У него свой метод подпоясывания, я ничего против не имею. То есть, по идее, он пояс не вдевает вот в эти штучки, что на том халате, что на этом. Отличие одного халата от другого — это длина. Этот намного, ну не намного, но ощутимо длиннее. Что касается размера, я заказала, значит, халат стоил 2340. Ну, когда я сказала моей маме, моя мама сказала, что это очень дорого. Но
я уверена, я не то, что уверена, я вижу, какого он качества, девочки, я вижу, как прошито все. И я знаю, что я купила своему мужу его опять же лет на 5, и ни одной ниточки. Единственное, что меня беспокоит, это то, что, скорее всего, на этом велюре будет скапливаться пыль. Но это был мой выбор цвета. Я прочитала, что велюр, кстати, очень классно сделаны рукава. Мы купили ему уже за 1000, я вижу, во что он превратился, он весь в катышках. И вообще махровые халаты, вот эти тяжелющие, я не советовала бы вам покупать. Этот очень здоровский. Он, знаете как, вот бывает легкая вещь, потому что она синтетическая, а это легкая, потому что качественная. Вот я могу различить, и муж очень-очень остался доволен. Кстати, здесь есть какая-то бирочка, да, типа Porsche. Но я вам так показываю, дело в том, что я знаю, что во время того, как я говорю, будет муж там фигурировать. Что касается размера, я заказала 54, если бы я сейчас заказывала, я бы, наверное, заказала 56, чтобы он был больше на запах, потому что он на запах, все нормально, но мне кажется, что можно было бы еще посильнее. Но это, знаете, ну, то есть, как бы вообще в целом, мой муж носит 52-54, я заказала 54, по идее, получается размер в размер, прям вот так вот. Есть, кстати, вешалочка, все, я очень довольна, я очень ждала этот халат, я очень рада, что пришел заказ до 23 февраля, я вчера их ждала, Максик не мог насмотреться на вертолетики, Серега не мог натрогаться халат, перетрогал весь халат, очень здорово, я надеюсь, что я угодила своим мальчикам, и надеюсь, что я вам показала интересный заказ, что и вам, может быть, что-то пригодится, ну и, конечно же, порадовала себя. Катертью, которая не того цвета, как обычно, в общем. Я надеюсь, если вам понравилось это видео, поставьте, пожалуйста, пальчик вверх, пишите ваше мнение по поводу тех товаров, которые мы заказали. И если меня смотрят мужчины, всех мужчин я поздравляю с 23 февраля. Желаю, чтобы ваши жены, дочки, мамы вас радовали. И чтобы главное вам было кого защищать. Всем-всем пока-пока.